Дорогие друзья, смотрите, какой пазл. Он деревянный, да? А эти что, в форме животных идут? Некоторые. Да, точно. Некоторые. И очень мелкие, да? Егорка уже вот начал собирать свою коняшку. А, покажи подставочку. Дай подставочку. Это в комплекте идет? Просто вот. Ну, это подставочка. В комплекте идет. Потом можешь собрать, склеить эту картину и сделать на подставке. Потом ты ее будешь просто ставить сюда. Тут, видите, можно собирать по картинке, искать и собирать. Все, соберет, потом покажем. Все, дорогие друзья, дети счастливые, дети довольные. Ну, я рада. Дети рады, дети много подарков получили, я рада. Что я вся красная. Дома жарко очень, мы сегодня сильно много натопили. Фу, вот моя снимаешь, я не хочу конфетку. Так мы заснули, прибери его, мандаринку уберите. Ладно, дорогие друзья, всех с Новым годом. Маша, дай упаковочку, пожалуйста. Ребята, это вот этот вот наборчик они раскрывают. И видите, там фигурки составляются. Покажи мне вот фигурки. Ну все, соберите, потом мы покажем. Их тут много, ребят. Их тут очень много. И подожди, Марин. И это деревянные. Что, Мариночка? Прическа красивая, я ей сделаю ее. Очень красивая. Тебе нравится твой подарочек? Даже... Как он называется? Заколочка, да? Да. Так, ребята, давайте покажем вам киту-то. Смотри, перед... А, перед... Давай перед все покажем. Видите, какие они красивые? Вон там еще, да. Видите, какие человечки? Интересные. Ваня, как ролевая игра, должна быть интересна. Напишите, как думаете, но мне кажется, классно. Они деревянные, причем качественные, да? Вообще хорошие. Напишите, как вам? Ребятки уже много чего поели. Все сидят с подарками. Оксана с куклой, да, Оксана играет? Нравятся те? Довольные. Все ребятки играют. Кто поел? Ну, тут почти много чего уже поели. Ну, много чего еще и осталось. Все довольны. Нравится, Оксана, тебе Новый год? Подарки понравились? Да. А тебе, Катюх? Особенно цепочка с браслетом, да? Катя мечтала о серебряных. Она завидовала все время Свете, то, что у Светы есть. И она очень хотела тоже. Поэтому она и получила. Да, Оксана очень мечтала о единорожке, а получила такой классный браслет, да, Оксана? Не браслет, а брелок. Нравится тебе он? Да. Довольная? А косметика? Все понравилось. Ну, я очень рада. Самое главное, дети рады. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас 1 января. Ваня дышит ингалятором, да, Ванюша? Все уже встали почти. Кто уже кушает, салаты едят, пюре с курицей вчера не доели. Да, Ванюха? Ты уже поел? Да, поел. Сейчас дышит ингалятором. Играют довольные, счастливые. В целом, нам с Ванюшей уже получше. Да, Ванюша? Температура уже спала, что у него, что у меня. Но у меня нет-нет, да, подскакивать. Я не знаю, Маша. У меня нет-нет, да, 37 подскакивает еще. 37-37,1, знаете, самая такая противная температура. А так вроде ничего. Сейчас Ваня подышит, потом я тоже буду ингалятором дышать. Киндер показывает. Ладно, дыши давай. В целом все хорошо у всех. Мы на поправку идем, слава тебе, Господи. Так что вот такие вот дела. Напишите, как вы праздновали Новый год. Я вчера уже в 3 часа уснула, потому что я не могла, я уставшая была, весь день на ногах. Ребята бы еще хотели играть. Я говорю, не, ребятки, давайте спать ложиться. Я их 2 часа положила ночью, и все, и спать. Они уснули, потом я уже в конце, пока убрала салаты, пюре, курицу, все поубирала в холодильник, что в холодильник, что на улицу. И потом только я уже спать. А так в целом нормально. И сегодня ребятки встали, уже бегают, играют, прыгают, скачут, уже довольные. Вань, держи хорошо, давай я поддержу.
Так что вот такие вот дела у нас, ребята. Я сейчас сижу, монтирую, но видео уже вышло одно, и монтирую на вечер видео. Ну, это вы, конечно, с большим опозданием будете смотреть, но вот сейчас у меня по 2 дня будет видео выходить, потому что я 4 дня не выкладывала видео, поэтому у меня сейчас с большим опозданием будет видео выходить, но постараюсь по 2 видео сделать. У меня загрузились все видео, надо теперь только смонтировать и выложить. Сейчас наконец-то я себя хорошо более-менее чувствую, поэтому я могу сесть, смонтировать, все сделать. Так что вот такие вот дела. У нас кошка порвала гирлянду. Мы вот здесь повесили гирлянду, видите? А Вася их постоянно рвет. Это без тух. Маша, тебе Ваня что-то говорит? Убрать? Ой. Это Ваня, вчера игрушка эта в киндере попалась. И тигренок Ваня показывает, да? Ваня сегодня с ними спал, да? Давай мама тебе на койку бросит. Опа, все. Ладно, дорогие друзья, всех с Новым годом, всем счастья, здоровья, успехов и всего самого хорошего. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, у нас 1 января. Оксана, скажи всем привет. Привет. Ребятки кушают, тут сидят. Кто что. Гирлянды у нас везде включены. Муж там на летней кухне чистит снег с крыши. Так что вот так вот. Фрукты так вчера не доели. Что-то уже хлеб сюда положили. Конфеты тут. Ой. Мандарины поели, а яблоки не съели. Что-то елочка горят, снеговички. Видите, какая красота. Напишите, как у вас 1 января проходит. Мама. Дети рады, дети играют. Ванечка кушать села, да, Ванюша? Оксана тоже кушать села. Да, Оксаночка? Вкусно на 1 января. Фантик, ты что не выкинула? Вкусно? Да, ну кушайте на здоровье. Ладно, всех с Новым годом уже. Сейчас читаю комментарии к видео, которое вышло. Ну, вот считайте, сегодня у нас первое видео у меня вышло за то время, когда я еще болела. И пишут: Настя опухшая, ну правильно, столько пить-то. Ребят, если вы пьете, так это ваша проблема. Я не пью и вам не советую. Ой, так что вот такие вот дела. Я могу напиться спокойно, знаете. Меня он зовут, люди приглашают в гости. Я же никуда не иду, я не пью. Мне как-то это... У меня без спиртного башка будет. Вы хотите еще спиртное? Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. У нас дети... Иди, иди, играй, иди, играй. Решили из пластилина. Короче, у нас тут это... Нашли пробки вот такие вот. Это мы когда-то собирали для поделок, и у тети Жени, по-моему, да что брали. Или у кого мы брали. Не помню, короче, у кого мы брали. Ну и, короче, делают. Покажи, Оксана, кого ты уже сделала. Поближе покажи нам. Мы не видим ведь. Котика. Котика. А это кто? Снеговик. Снеговик. Его еще не доделала. А это Ванин КамАЗ тут еще лежит. Короче говоря, дети играют, развлекаются, кто как могут. А ты что, Мариночка, делаешь у тебя? Котик? У меня малина голова. Марин, дай Маше пробку. Больше нету, потому что одна пробка. Их немного было. Они мне все пробки для поделок утащили. Да, 4 было их всего. Ну, в шляпе, да? Короче, кто как может, тот тем и занимается, да, Оксана? Да. А, ребят, знаете, что мы вам забыли показать? Вот это вот. Не подарок, а вот это вот, помните, деревянную эти? Так мы... Или мы показывали, что-то я не помню, даже показывали. Вот, коробочку из-под подарочка мы сделали под эти штучки. Тебе тоже на пробку. Так я где тебе возьму пробки? Больше у мамы... Иди в столе там посмотри. Может, в столе там есть. Сейчас Оксана посмотрит. На, поспрашивать у кого-то еще такие пробки вам для рукоделия. А то все пробки уже у меня потратили. У нас их совсем немного было. Так кто какао пил и не выпил? Ваня Люкс. Ваня Люкс? Понятно. Ваня Люкс. Ладно. У нас уже вечер. Мужчины сегодня у меня дорожки чистили, с крыши снег скидывали. А мы лечимся спокойно, да, Маша?
А то что волка выронили? Ой, покажи, какой там волк. Да я сделала? Угу. Вот такой там волк. Красивый. Нету. Да. Нету? Ну, сейчас мама поищет еще в ящике рукодельно. Так, короче, надоели нам салаты, мы решили сделать бутерброды. Сделали вот такие вот бутербродики всем. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, помимо бутербродов, решила приготовить еще макароны с сосисочкой для гриля. Есть плюс еще оливье, там еще салат есть, поэтому вот для разнообразия. Я еще не ела бутерброд, мне тут еще рыбу сложили, ребята. Да лук мой любимый зеленый. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ребятки сели кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Вкусные сосиски, Машенька.